Автобусы с фанатами «Спартака» попали в аварию на пути в Санкт-Петербург, где красно-белые должны провести матч 9-го тура футбольной премьер-лиги с местным «Зенитом». Причиной ДТП, скорее всего, стала нерасторопность водителя одного из автобусов, который не успел вовремя затормозить. Сообщается, что пострадавших нет, обстоятельства и детали произошедшего инцидента неизвестны. Также пока не ясно, как фанаты будут возвращаться обратно. Дорожная полиция пообещала оказать максимальное содействие в организации срочного ремонта автобусов.